В рамках международного грузового автосалона Comtrans 2015 компания Schmitz Cargobull показала абсолютно новый продукт. Это прицеп для тяжелых условий эксплуатации и бездорожья. Его грузоподъемность составляет 50 тонн при максимальной длине 13 метров. Из ключевых особенностей я бы отметил модульную конструкцию этого прицепа. Его можно использовать в трех вариантах исполнения. Как платформу для перевозки контейнеров, дооснастив прицеп бортами, его можно использовать для перевозки бестарных грузов и строительных материалов. Дооснастив решетчатым каркасом, его можно использовать для любых тарных грузов. Цельные продольные лонжероны изготовлены методом холодного проката, что повышает его качество и прочность. Прицеп полностью оцинкован, а это гарантирует его долгий срок службы. Передняя перегородка из прочного листа стали надежно удерживает груз при торможении. Фиксацию облегчает ряд крюков по всей длине наружной рамы. На стенде представлена универсальная модель с откидными бортами и решетчатым каркасом. Каждая секция снимается по отдельности, что позволяет легко производить погрузку и разгрузку груза. Снаряженная масса прицепа чуть больше 7 тонн. Я бы еще отметил 13-тонные оси с барабанными тормозами. Одним словом, прицеп прочный, надежный и неприхотливый в эксплуатации. Производство налажено в городе Ухань, Китай, на высокотехнологичном немецком оборудовании.